И всем привет! С вами Инди, и сегодня поиграем в игрушку под названием ТППК-13, если я правильно понимаю. Судя по всему, это ее название. Это, опять-таки, игра от разработчиков Loop Hero и Don't Touch Anything. И здесь великолепный музон плеча. Просто шедевральный. Мне он гораздо больше нравится, наверное, чем во всех играх. Во всех других его играх. Ну, как его. Во всех других играх его студии. Честно говоря, без понятия, что надо делать, но эта игра очень похожа на... У меня, кстати, и тратится еда. Окей. Что я сделал? Я могу что-то построить. Я забыл, на что похожа эта игра. По-моему, на... Как же она называется? Игра про постройку города в диком холоде зимой. Я когда-нибудь вспомню. На меня напали? Подожди, что я... Что я могу? А, тут здание есть. Окей. И до меня дошло. Мы можем отправить одного человека, дать ему бензин, дать ему еду. Езжай. Как же эта игра называется? Что-то про зиму. Я не помню. Ну, короче, в чем смысл, как я понимаю? У нас есть реактор, и мы должны выживать. В смысле, ты куда? А там же еще лут оставался. Я ж не все залутал. Найс, 26 еды. А, видимо, я что-то одно могу лутать из всего, да? Окей, давай еще одну вылазку. У меня есть еще люди, кстати. И еще снегоходы. Погнали. А, ну и топлива нет. Блин. Мне нужно топливо. У меня есть постройки, но я пока ничего не могу сделать. Я могу добавить топливо в генератор. На челика напали. Челика убили. Найс. Давай еще отправим чувака. У меня есть какой-то типичный русский, какой-то крутой русский, судя по всему. Предположим, что это Россия. Ну, разработчики русские. Так что да. Электроника. На базу напали. Причем, у меня же оружие было. Почему они палками затыкивают? А где мое топливо, кстати? А, все понял. Почему здесь нарисованы дрова, здесь нарисовано топливо? Окей. Так, что я могу с электроникой сделать? А, ни хрена. Мне нужен металлолом. Металлолом у меня вообще ни хрена нет. И топлива у меня нет. Я могу людей пешком отправить? Что делать? У меня ноль топлива. Че, все? ГГ? А может, человека без транспорта отправлю? Че, неужели нет? Ладно. Предположим. Ой, я могу громко сманчить. Окей. Видимо, топливо лучше не тратить. Судя по всему. Стоп, а зачем он металлолом? Стоп, чё? Почему ему даже не хватает металлолома? Чего не могу человека отправить? А, я сюда могу. А чем это связано? Чё-то я не очень пойму. В домике я могу отправлять. Ладно. Катись. Здесь мало интересных мест на карте. Это странно. Так. Айскрем. Канистр с газом. А, я еще одну могу взять, да? Консерву. А чем мне мороженое? Мороженое, это, я так понимаю. А что такое мороженое? Просто еда? Так, а что я жду? Я ж могу еще одну вылазку отправить.
Только не сюда. И не сюда. Туда же, но там ничего интересного нет. Туда отправим. Почему не могу? Я запутался. Видимо, у меня еды нет. Теперь есть. Так, вряд ли в этом доме что-то появилось. Отправляем. Металлома у меня мало. Так, у них есть пушки, окей. Почему в тот раз с они палками дрались? И почему я играю на английском? О. Общежитие. Стены завершены старыми коврами. А зачем мне выжившие? Советская столовая. Как это катастрофы? Уменьшает расходы еды. Это полезная штука. Прикажешь добавить ров. Солодки? Что такое солодка? Увеличить шанс выживания замерзших и ранних людей. А, это замерзший человек, а не супер человек. Понял. Проверяющими документы. Налетчики. Криокамеры, периодическая разработка исследовательского комитета станции позволяет выжившим спастись от холода. Хрена себе там запроса. Энергия откуда? Что это такое энергия вообще? 50 электросхем с сомой металлолома. Это не скоро. А, температура станции падает. Мне надо добавлять топливо иногда. Видимо, они из-за этого мерзнут. Блин, как же эта игра называется? Я забыл ее название. Так, у меня, кстати, есть еда, и я могу отправить, в принципе, вылазку. Нет, не сюда. Не сюда. Сюда. А я больше никуда не могу, кстати. Разве что туда. Чего не хватает? Топливо есть. Это есть. Я, видимо, не могу одновременно две экспедиции делать, да? Странно. Должен уметь. Карта. О, карта мне нужна. Пистолет Тетерев. Сгущенка. Аккумулятор. Водка. Стоп, а что это? Вместе с бензином. Тушенка. Наверное, тушенка. Почему я не могу еще одну вылазку сделать? Видимо, потому что... Все, я увидел. Большую надпись большими буквами в экспедиции. Видимо, у нас только один снегоход. Так, жарку подбавить или нет? Давай. Топлива все равно много. Получается, два главных ресурса — это топливо и еда. В принципе, у меня есть тем и тем более-менее. У меня есть карта. То есть теперь я увижу много новых мест, верно? Еп. Так, у меня, кстати, оружие почему-то. А, патроны! Когда патроны кончатся, мне наступит полный капец. Понял. Окей, патроны — важный ресурс, на самом деле. Общежитие. А зачем? Не понимаю, зачем. Нет, нафиг не надо. Так, пропеллер самолета, авиационное топливо. Пломбир. Доски. Прикольно сделали интерфейс нахождения всякого разного. Тушенка? Топливо, тушенка. Я не знаю, чем еще можно. Я бы еще экспедицию сюда отправил. Здесь много чего интересного. И тем более недалеко. Сколько топлива? Нифига себе, официально топливо дает, конечно. Блин, чел умер. А, это мертвые челы, видимо. Блин, я все еще не понимаю, что интерфейс означает. Забавно, что при этом снегоход остался у меня. Убьет? Что за лохи? Кстати, забавно, что интерфейс битвы... Да, блин, серьезно. Давай в другую сторону, видимо, мне... Видимо, мне не в туда. Я уже троих потерял. Интерфейс битвы напоминает Loop Hero. Хотя эта игра вышла года 4 назад, наверное. Или 2, что-то типа того. Ледяной борщ. Телевизор. Что это идет? А, это, наверное, металлолом. Доски. А доски это что такое? Тоже инструменты, наверное. Карта. Еды у нас маловато. Дай борщ. Борщ-то еда интересно. В теории подогреть и будет вполне себе хороший борщик. Я думаю. Блин, музыка охренительная. Жалко, что для этой игры сделали всего один трек. Но неудивительно, это все-таки игра для
какого-то ивента. Как эта штука называется, я забыл. Ивент, по сути. Ой, кого-то сожрут, скорее всего. А нормально. Мне нравится, что я могу сделать вот так зачем-то. При этом время все равно останавливается. И не вижу там смысла. Вот если бы они сделали много действий в реальном времени, то я мог бы так иконки расставлять. Это было прикольно. А сейчас я не знаю, зачем мне эта возможность. Еще одна карта. Пирожок с капустой. Счетчик от колонок. Не вижу смысла от карты, наверное. Давай еду еще возьмем. Окей, на самом деле, как игра про пиратиков, эта игра прям очень хороша. Мне она нравится. Такая мини-игра с очень неплохим геймплеем. Я люблю такие. Так, еда у нас есть. Давай здесь посмотрим, что там. А, возможно, я, кстати, смогу снегокат еще один найти, верно? Как раз таки там. Вот я его починю как раз таки инструментами, да. Почему я не могу? А, вот. Я не очень понимаю, зачем сделали вот этот интерфейс, зачем я должен на три кнопки нажимать. Почему не сделали просто собрать экспедицию, не хватает ресурсов, все. Погнали. Мне нужен этот транспорт. Надеюсь, его по дороге не сожрут. Это будет грустно. А что с тремя челами случилось, которые умерли? Или как это работает-то хоть? А что, я не смог... Я думал, я починю эту штуку. Доски. Пирожок. Еда мне нужна. Карта. Давай возьмем. Так, что у нас есть? Столовая. Вот столовая нам надо. Давай. А, одна столовая, стоп. Она как-нибудь отображается? Вроде нет. Просто одна столовая. Окей. Она, видимо, просто процентов, в процентах уменьшает потребление еды. Честно говоря, довольно-таки... О, открыт транспорт. Найс, он его починил. Погнали на заправку. Мне патроны нужны. О, погнали, две вылазки. Почему иконки транспорта такие смешные? Ой-ой-ой, что так много врагов-то? Мне срочно нужны патроны. Если эти волки нападут на машинку, то все, хана. Счетчик от колонки, да, инструменты и карту. А, она тоже две забирает. Не грустно. Водка — это еда технически, пломбир — тоже еда. Давай. Почему доски выглядят как хлеб? Да и водку. Водка технически... Водка — еда, интересно. Двадцать еды. Видимо, еда. Как и мороженое. Что немного странно, но да ладно. Могу еще одну столовую, в принципе, построить. Медпункт. Мне нужна электросхема. Тут есть домик. Отправимся сюда. И давай за самолетом. Что такое? Я не понимаю, кто придумал такое количество кнопок? Стоп, чё? Подождите. Я могу отправить одного человека... А, вот зачем идет интерфейс. Хотя я все еще не понимаю, зачем эти три кнопки слева. Окей. Пускай лучше одного чела. Два чела типа лучше справляются. А, да. С вот этим. А, ну это другой чел вообще. Вот здесь волки обитают, судя по всему. Пойду починю еще один транспорт. Блин, у меня еды нет. У меня вообще еды нет. Срочно еда нужна. Если этот чел еду не привезет, то я умру. Гречка! Найс. Тушенка. Ящик с углем. А что такое ящик с углем? Блин, не очевидно. Но круто. Прям респект. Топливо. Да хренища. Электроника. Давай. А, хоть бы не сажали по дороге, тогда проиграл. Чел умирает зачем-то. Зачем они это делают? Что значит этот мертвый чел? Грустный, точнее, чел. 35 еды, найс. Погнали транспорт. Чтобы починить транспорт, давайте два чела, чтобы они были хорошо бронены. Блин, инструментов не хватает, что на починку, да. В самолете вроде топливо было. В магазине что-то было. Идите проверьте. Я не помню, что там оставалось.
Тай домика вроде не исследовал. Блин, жалко, они не помечаются. 8 топлива. Погнали. Надеюсь, его не сожрут. Так, на наш... Ух, как их много! Патроны нужны. Одного убили. Видимо, мне общежитие придется строить. Забавно, что... Блин, сожрали. А, кстати, 2 на 2 они тоже не справятся. Мне именно патроны нужны. Доски. Телевизор. Пломбир возьмем. А телевизор это... Телевизор это материал. Тридцатка. Погнали за новым. А хотя нет, стоп, что я могу построить? Медпункт. Документы. Отменение налетчиков. А, видимо, цель игры построить эту фигню, да? Уже она слишком много ресурсов требует. Ну и сторожку построим. Но мне патроны нужны. Так. Давай сюда. А ты, блин, вот там еда, скорее всего, есть. Газуй. Зачем они катаются углообразно? Что мешает им ездить по прямой линии? Странно они сделали. Ух, жесть. Ладно, грустно. У меня люди кончаются так-то. О, пистолет! Видимо, пистолет, видимо, патроны это оружие, а не карта. Дай карту. А, я все могу забрать. О, хоть бы он выжил, хоть бы он выжил. Если он умрет, то я проиграю. Так, заправка мне не нужна. Мне нужен магазин. Магазина больше нет. Там есть магазин, домик на конце карты. Он вряд ли до туда доедет, но все-таки. 20 патронов! Давай сюда. Ну, с патронами, я думаю, один на один даже справится, да? Найс. Только патроны тратятся быстро. Но зато, по сути, я... Ну да, окей, патроны полезная штука. Идиоты, зачем? Они потратили сколько патронов? 18.6. Ох, это будет. Я буду долго считать. Гречка, тушенка, аккумулятор. Найс. Аккумулятор это что, кстати? Инструменты? Гречка, тушенка, аккумулятор. Что сейчас увеличится, то аккумулятор. Да, это инструменты. 23. Это домик новый или нет? Я не помню. Так, это экспедиция. Давай, ладно, один. Тут недалеко. Эти идиоты все патроны потратили. Нахрена? Так, сгущенка. Пирожок с капустой. Блин, в этом... Там ничего интересного. Шахматная доска. Шахматная доска это что, тоже инструменты? Телевизор. Ладно, я все в любом случае заберу. Медпункт, давай. Понимаю, что-то люди немного умирают. Грустный человечек что-то увеличивается зачем-то. Я помню, как он работает. Типа один. Потом он пропадает или он возвращается обратно в здоровых. Как это работает-то хоть? Так, у меня куча топлива, нормальной еды, мало патронов и мало инструментов. Мне нужно вот сюда. Определенно. Вдвоем. Да. Вдвоем. С патронами, я думаю, не справятся. Даже если на них нап... Во, не зря отправил двоих. Ну только... Хотя стоп, если они сидят одного, то... Идиоты. Блин, а кстати, реактор-то довольно дорого стоит. Они умерли, еще и все патроны потратили. Насколько надо быть тупыми? Так... Инструментов 9. Завод новый появился. В самолете вроде топливо было, погнали, сгоняем. Рип? А кто это рип, интересно? Ты, если бы эти идиоты патроны не тратили понапрасну? Блин, мне уже общежитие нужно строить.
Найс. Пропеллер — это инструменты, ценное топливо, доски, пломбир. Еды не хватает. Давай еды. На обратном пути вроде на них не нападают, кстати. Так. 29 инструментов. Телефон, карта, давай. Аккумулятор, он, наверное, много стоит. Тут домиков много, кстати, давай сюда. А нет смысла, давай их отправить, все равно у них пушек нет. Так и так умрут. Оружие, кстати, очень редко падает. И качается очень быстро. Это грустно. Я бы фабрику какую-то по производству пушек. А, я еще одну столовую не могу построить. Правильно? Или что? Видимо, нет. По одной штуке. Окей. Видимо, все-таки надо часы. Гущенка. Электроника нужна? Да нет, в принципе. Видимо, моя основная цель — построить криокамеру. Транспорт, кстати. Тридцатка нужна. О, кстати, сейчас приедет, я смогу его захватить. Это домик. Проверь. Так. Блин, да они... Они умрут же по-любому. Я им кучу ресурсов дал. О, окей, не на него напали. Да, блин, они убьют его? Должны затыкать. Окей, я не зря этот выход отправил. Так, электроника, шахматная доска, пирожок с капустой. Пирожок, сгущенка. Плюс транспорт. Найс. Блин, этот умер. Ну, плевать на него. Блин, лучше бы они как-то... Я бы это получше реализовал. Я не помню, зачем мне пауза. Это как Wolf Hero, блин. У них в этой игре такие же проблемы, как Wolf Hero. С боевкой. Забавно. Так, а что за транспорт-то хоть? Снегоход. 4 человека. Ну, 4 человека это зато гарантированно, да? Это в дальней поездке. Давай. А, ну на них какая-то хренища еды надо. Ну, выгоднее отправлять здесь, получается, да? Да, гораздо выгоднее. Но топлива еще много сюда ходит. Давай 3 челика. Блин, а что так... Не, дорого. Слишком дорого. Слишком дорого. Так, в магазине там что-то оставалось? Сгонять? Что такое? Так. Заправка. Давайте одного отправлю. 9 топлива, да? 10, 13. А, это. Окей. Давай тогда. Троих. Чтобы их не убили, это мало ли. Так. Блин, с кучей материалов. Мне еду бы. О, еда. На заправке, понимаю. Сто топлива. Найс. Давайте самолет проверим. Блин, да, в дальние места прям вообще не хочется ехать. Получается, чем больше транспорт, тем выгоднее в него больше народу совать. По сути. Так, на заправку нет смысла ехать, 45 нет. Еда кончилась. Блин. А грустно. Уголь, блин. Еды нет. Я могу 3 взять, да? Это и это. Хоть бы еда была. Тушенка. И все. Уф. Если их сейчас убьют по дороге, то это прям будет вообще грустно. Мне очень нужна еда. Иначе я проиграю. Не хватает этой игре каких-то ивентов, и была бы она полноценной. Ну, много чего не хватает, на самом деле, для того, чтобы она была полноценной.
Так. Мне нужно очень много еды. Давай так. Надеюсь, он все вывезет. Найс, пистолет, часы, еда. А что вообще за место? Почему на фабрике радиоприемник? Он, скорее всего, очень много стоит. А, я все могу забрать, окей. Заправка нафиг сдалась. Что я могу построить? Я ничего не могу построить. Я, видимо, построил по одной штуке, и все. И остались только рекамеры. Окей. Рипчел. Грустно. На самом деле, не очень, да ладно. Я правильно понимаю, что я и новое общежитие не могу построить? То есть, я 16 человек, это все, это максимум. Мне нужны срочно криокамеры. Электросхема у меня уже дохренища. Где электронику здесь? Чем молнию? Что это вообще значит? У меня нет такого ресурса. Но мне нужны инструменты. Больших количествах. Инструменты можно на фабрике найти. Я думаю, если отправлю... Ну, давай одного человека. Если его убьют, то не так жалко. Рип. Ну, ладно. И получается, самый сейчас ценный ресурс — это еда. Да. Где можно еду добыть? А, уже нигде. Если эта штука не доедет, то я умер. А я одного человека туда посадил. На полтроих. Они бы с пушками вообще от любого подбились. Еда есть? Пломбир. Гречка. А я все могу забрать. Ящик батон. Если он доедет, то это прям найс. Ну, вроде и не нападают на обратном пути. Что такое, кстати? Справа. Я уже думал, на него напали. Найс. Огромный магазин. 24 еды. Мне нужно срочно сгонять в этот магаз. Давай себе ближайший магазин золотая. Найс. Чел с пушками опасно. 93 патрона. Вообще офигенно. Блин, умер. Ой, ой. Бывает. Так. В принципе, три чела, и вообще плевать. А, блин, еды не хватает, да? А, не хватает. Окей, погнали. Их ничего не убьет, по сути. Три чела с пушками — это прям мощь. А вот же домик поблизости. 8 еды. Давай. Блин, даже город помню из той игры. Winterfall. А, блин, название игры. Оно какое-то незапоминающееся, что ли? Фиг его знает. Мне, наверное, транспорт следующий нужен. Хотя, я могу, в принципе, криокамеру построить. Ладно, погнали транспорт добудем. Три чела с пушками должен справиться. А, и последний, да, кстати. Окей, ну с одним волком они справляются отлично. Так, а чем мне не хватает? А, инструментов. Карта, сгущенка, бля-ля-ля. Не, ладно, давайте так лучше. Почти все патроны расстреляли. Как же их не жалеют? Ох, нифига тут еды. Давай запасемся, ладно. Шахматная доска, гречка. Да, карта, окей. Сейчас надо за инструментами сгонять. Вот сюда, наверное. На новом транспорте, что это такое? Снеговездеход. Еще больше слотов, да? Три чела с пушками, я думаю, должен справиться с чем угодно. А у меня топливо кончается, кстати, на новый транспорт. А, давай
Найс. Топливо кончается, это грустно. Так, новый транспорт стоит 60, да? Так, еще один, еще одно место интересное. И еще одно место. Еды у нас сколько? Опять мало, кстати, почему-то. А, я все могу забрать. А когда это девается? На все эти вылазки? Бочка дизеля, это много. Часы, аккумулятор, сгущенка. Аккумулятор. Счетчик от колонок. Наверное, это много стоит. Так, тушенка, сгущенка. Да, электроники у меня так уже дохренище. Когда я смогу эту штуку построить? Это не строится больше. Видимо, больше ничего построить не могу. Ладно. Карта, сгущенка. Здесь я был? Здесь я еще не был. Так. Топливо дохренище. Еда опять кончается. Еды вообще не хватает. 43. О, патрона. Давай. Карту давай. И это давай. Электроник вообще повсюду. Гречка, бензина дохренища. Так, а что там, кстати, по... Стой, энергии. Долго до меня доходило. И что, все? ВП? Нас посадили в криокапсулу и все? То есть, чтобы пережить заморозки, мы решили построить криокапсулу и заморозиться. Офигенный план. Что, реально все? Видимо, да. Что-то прям грустно. Все просто картинка. Ладно. Ну, раз так. Спасибо за просмотр. И пока. Увидимся.